Медицинский и промышленный туризм, проекты в сфере образования, поставки торфа для восстановления плодородия почв. Все это перспективное направление сотрудничества Свердловской области с Китаем. Наша делегация во главе с первым заместителем губернатором Алексеем Орловым приняла участие в работе 6-го российско-китайского экспо. На площадке работал объединенный стенд Уральского федерального округа, который презентовал промышленный, научный и культурный потенциал региона. Свою продукцию представили более 20 компаний и организаций Свердловской области. Среди них разработчики программного обеспечения, вузы, медицинские учреждения, представители туристской отрасли Среднего Урала и пищевой промышленности. Целью участия в выставке стало дальнейшее продвижение уральской продукции и услуг на рынке Поднебесной. В 2018 году товарооборот нашего региона с КНР увеличился на 60% и составил свыше 2 миллиардов долларов США. Две трети товарооборота – это экспорт. Экспорт из Свердловской области. Для нас это крайне важно. Мы находимся на этапе реализации национального проекта, направленного на развитие международной кооперации и экспорта. Поэтому для нас Китай – это очень перспективное направление, где у нас есть серьезные точки роста.